Привет, красотки, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня вновь, давай уберем себе пункт приема, все слышно, думаю, замечательно. Вы мне присылали артикулы пальтишек, которые нужно посмотреть, сделать обзор. Предыдущее видео очень круто зашло, поэтому вуаля, целых 4 пальто. Сегодня мы будем смотреть, мерить. Я жду ваш лайк, как минимум лайк. Кстати говоря, девчонки, со мной можно быть еще на связи в Телеграме. Сейчас появится QR-код на Телеграм-канал, ссылочки также в описании. Обязательно подписывайтесь и присылайте туда свои артикулы. Честно, там просто проще копировать, но можете оставить артикулы в описании. Какие-то интересные вещи, может, вам что-то понравилось очень. Мои параметры сейчас появятся вот здесь. Вы сможете сравнить. Вообще все пальтишки у меня 70-го размера, все. Я вот прям посмотрела. Стоимость каждого пальто было, ну, в районе 5 с чем-то, плюс-минус. Ссылки я оставляю в описании. Ну и, конечно, внизу у нас будет всплывать цена и размер. Я вас обманула. Размер 68. Угу. И стоимость 5300. А, как мне сказал мой оператор, расцветка называется от французского пьедепуль. Это куриная лапка маленькая. В общем, извините, гусиная лапка маленькая. И, в общем, я вся в гусиной лапке. Очень симпатично, конечно, смотрится, расцветка интересная, таких расцветок как бы я и не видала на такой размер. И удивительно то, что размер 68, но оно прям, ну, как бы, ну, понятно, не приталенное, оверсайз, но вот эта выточка на груди, такой из меня квадратик делает, когда просто даже руки опущены, просто квадратик квадратиком. Но, как бы, удобно, места много, так что тут такой комфортненько. А длина мне тоже нравится, хорошая, прикрывает паховую зону, ну и в нем тепло. У него в составе 20% шерсть, поэтому тепленько. Вот прям на нашу сейчас осень, весну, то есть как бы плюс-минус, я думаю, очень даже неплохо. Как вам? Держать микрофон поближе, потому что тут всегда идет какой-то либо учет, либо много народу, поэтому слушайте меня, мой приятный голос. Размер 70-й. Очень похоже на мое пальто, которое я когда-то давно купила. Мне, как бы, мне кажется, они из одной ткани это все и делают. В принципе, тепло, симпатично, но знаете, тут все красиво, замечательно. Спускаемся ниже и видим глубочайшие карманы с глубочайшим огорчением. Они похожи на больше на такой домашний халатик. То есть у меня карманы идут моего сейчас пальто сбоку. Это и удобно, они глубокие, симпатичные. Тут прям такой халат. И если я еще больше, скажем так, запах себе сделаю, то он просто один вот этот кармашек пропадет. Ну, не знаю, по мне так смотрится немножко странно. Карманы вообще не на месте. Ты как бы не в карман кладешь, а в пузо кладешь это все дело. Поэтому не знаю, что думали, когда это делали, но очень странная моделька вот в плане карманов. Все село-то вроде неплохо. Длина рукавов, кстати, хорошая. Здесь ее сделали чуть короче, и мне прям комфортно. Но обычно как бы карманы на пузике не делают. Похоже очень на кигуруми какой-то. Так,
размер у этой модели 70-й, по стоимости 5, 140 или что-то такое. Все появилось, надеюсь, внизу. Ссылочку также в описании, цены меняются, имейте в виду. Это пальто от того бренда, который я уже брала. Просто у меня цвет, как у предыдущей модели, а здесь цвет другой. Уже такой, знаете, благородный, зеленовато-сероватый, в общем, намешан цвет интересно. Мне нравится. Нестандартный такой цвет, никогда таких не видела. Модель та же, которую я себе купила, но экономят, не знаю что, пояс уменьшили, мне приходится его как-то потуже, скажем так, затягивать, или же, ну, менять завязку нужно, потому что здесь вот такой маленький пимпочка торчит, не очень, возможно, симпатично смотрится. Ну, а так, длина, все хорошо, по теплоте тоже замечательно, воротничок мне нравится, то есть это та же самая модель, которую я ношу сейчас, просто в другом цвете, это тот же бренд. В принципе, я рекомендую, вот сколько ношу, мне нравится. В таком цвете, ну, тоже неплохо, не скажу, что мне прям этот цвет нравится, ну, в плане, чтобы прям на повседневку, я больше люблю теплые, нежные оттеночки. Так что, ну, это тоже интересный цвет, нестандартный. Что думаете? Размер 70-й, девчонки, а цвет просто сама нежнятина, серьезно, мне очень нравится цвет. Но модель, я не знаю, кто это конструирует. Очень, конечно, все красиво, нежно. Вот тут все хорошо. Поясок, конечно, также коротковат, но я люблю завязывать прям, чтобы вот с этой пимпочкой тут было что-то. Ну, и по рукавам. Это просто ужас. Их вообще, посмотрите, как это сидит. Все в складочках, все тут это. То есть вот тут бы поджать еще, и было бы хорошо. А тут просто как-то трубу сделали и прикрепили к пальто. Зачем? Не знаю. Может, у кого-то еще руки больше, чем у меня, но ладно, предположим. Моделька неплохая, свободненькая, интересненькая. Здесь на пуговках, тут поясок. Кармашки есть, но они прям что-то вообще уползают от меня прям в бок. Ты прям свою боковину буквально гладишь, двигаешь. Ну, в принципе, неплохо. Как вам? Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видеоролики. Всех целую. Обожаю. Пока.